Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком проекте, как MIN. Time-Based Crypto Clearance. Временная криптовалюта. Сколько стоит ваше время? На сайте нам также представлена белая книга. Она состоит из имеется содержание. Это подробный доклад на русском языке об идее проекта, его целях, проблемах, как работает данная платформа. Вы можете с ним более подробно ознакомиться по ссылке в описании. Продажа токенов закончится через 49 дней. Что такое MIN? Первичная структура. MIN – это децентрализованный протокол и собственный токен, который позволяет профессионалам правильно и точно взимать плату за свое время, гарантируя, что применяется постоянная ставка, не позволяя клиентам переплачивать. Потенциальные варианты использования для MIN являются обширными, охватывая такие отрасли, как перевод, языковое обучение, программирование, мобильные приложения, наставничество и маркетинг. Помимо профессионалов, SME и владельцы веб-сайтов могут использовать минимальные рамки, которые представляет MIN. Таким образом, многие из ранее потраченных впустую моментов в жизни станут монетизированными монетами. Почему MIN? Стандартизация метода ценообразования. Время – это не только самый ценный товар, известный человечеству, но он также является самым универсальным. MIN использует этот глобальный, позволяя членам устанавливать их минутную стоимость и четко общаться с другими. Время – самый ценный товар, который у нас есть. Мы смотрим его, измеряем, подсчитываем и продаем. Преимущество совместного использования. Многие сообщества считают, что время, потраченное на социальные платформы, будет потрачено впустую. Мы этого не делаем. Система вознаграждения MIN предоставляет социальным платформам механизм для вознаграждения своих пользователей честно в течение каждой минуты, когда они остаются активными и связанными. С MIN даже тратить время может стать уникальным и полезным занятием. Fertimin. Готовый тестовый чехол. Fertimin – полностью функционирующее и работающее приложение, которое позволяет людям, которые не знают друг друга, подключаться и взаимодействовать. Fertimin предоставит первый вариант использования MIN, демонстрирующий преимущество биллинга за минуту для всех. Приложение можно будет скачать в App Store и Google Play. Дорожная карта представлена с начала проекта в августе 2015 года с запуска приложения Fertimin на сегодняшний день и дальнейшие планы проекта. Их команда нам представлена ссылками на линки Димы. Можно узнать о них больше. Также их сообщество есть во многих социальных сетях. Посмотрим их аккаунт в Фейсбуке. Здесь у них актуальные публикации. Они часто добавляют новые фото и видео. Также посмотрим их профиль в Твиттере. Здесь у них около 5000 читателей. Также актуальные публикации. Видно, что они следят за своими социальными сетями. В целом, этот проект я считаю интересный, перспективный. Советую вам обратить на него внимание. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.